Внутри было слишком опасно, и мы решили отступить, взяв с собой пленного. По пути Синсот поделился тем, что знал о планировке крепости. Там был большой центральный грот, где всегда светил некий кристалл. Из грота коридоры вели в спальни, где в первую же ночь их всех и обратили. Многое оставалось загадкой, поэтому торопиться не следовало. Но у выхода нас ждал другой оборотень. Гляди! Ха-ха-ха, да это ж тот самый гусь! Забавно, но луна-то была далеко не полной. Мы устроились на ночлег, гуся связывать не было смысла, он и так не убегал. А перевоплотись он, то и веревки не удержит. Вот я все сидел и думал, может мне укусить Синсота до крови, чтобы тоже стать оборотнем. Или вспороть ему брюхо и связать его же кишками, чтоб точно не вырвался. Или снять с него кожу и проникнуть в крепость в чужом обличии. Нужно подкинуть дров.